Эй, там перед меня Валькевич, и это уже шестая серия по прохождению Асфальт Нитро. Итак, пацандры, это мой автомобиль, так сказать, самый топовый, да? Феррари 458 Италия. Этот автомобиль у меня служит как, так сказать, быстрый гоночный суперкар, так сказать. Ну, чтобы, ну, выигрывать гонки, все-таки он у меня аж в Б-классе. Ну, где оно? А вот и оно. Рено Дезер. Жесткий дрифткар. В прошлой серии вы можете посмотреть. Я его, кстати, хочу прокачать на максимум. А у меня нету электродвигателя. Получается, я не могу прокачать, но он у меня прокачан на шестой уровень. На шестой уровень. На нулевой. И на шестой. Могу прокачать, в принципе, тормоза. Все-таки я хочу, чтобы это был хороший автомобиль. Возможно, в каком-то дрифт-челлендже, который у нас будет, кстати, уже во втором сезоне. Так, ну давайте на третий уровень прокачаем тормоза. В принципе, нормально, где они. Вот, нормально, в принципе. И также я хочу себе какой-то новый автомобиль. Я уже себе присмотрел один. И я вам скажу, он будет такой нестандартный. Вы можете подумать, ну, типа, я хочу его, типа, использовать, ну, не знаю, как, типа, раллийный автомобиль. И, короче, я, наверное, я бы положил глаз типа на гели или на Mitsubishi Lancer Evolution 10. Все-таки как этот автомобиль мне очень даже нравится. И он у меня даже, по-моему. Нет, он у меня не прокачанный. Я помню, какие-то гонки я на нему устраивал и хорошо побеждал просто. Так, это что, Lotus? И, короче, о, Volkswagen Golf. Так, а ну. Ну, да, прикольный автомобиль. И, кстати, он в С-классе, но. А что у нас есть в Б-классе, так сказать? А ну, мне кое-что интересно. Тюнинг, инвентарь. У меня есть на D, на C. На D, на C и на B детали. То есть, это те. Если, например, мы берем какой-то новый автомобиль на Б. То есть, как бы вот здесь, то смотрим на Б у нас, ну, как бы наш автомобиль, Mercedes-Benz Biom, ну, как-то мне вот, знаете, да, прикольный автомобиль, современный, но что-то, мне кажется, для ралли его, ну, точно как-то, ну, не то, что не хватит, тем более он тоже электрический. Галарда сюда тоже как-то не уписывается, С7 Корвет тоже. Это вообще не знаю, что это за автомобиль. Ну, прикольный такие, прикольненький. Ну да, красивенький. Это Спада Кода... Кода... Тро... Короче, вот. Так, о, Ford Shelby GT 500, ну, в принципе, тоже как вариант в B-классе. Так, но пока не Zonda R, нет. Ferrari опять F12. Знаете, я как-то уже на Ferrari F12 наездился в других играх. Думаю, еще здесь ее 165 тысяч. Кстати, а ну есть что-то? О, ну, Chevrolet Corvette C7 наибольше мне нравится, как бы, по бюджету. Так, ну, а так. Нет, не получится. Так, Ferrari. А, это уже идет А-класс. Ну, с А-классом пока еще рановато. Ладно, из Б-класса я могу выделить, ну, конечно, почти это будут, ну, конечно, это много денег, но я могу выделить на С7. Галарда я как-то не хочу, все-таки у меня есть Феррари. Так, из С-класса мне больше всего, наверное, либо Гольф, а что еще здесь? Короче, пацандре, ну, вот такие автомобили я мог бы купить, да?
Но наибольше мне понравился автомобиль из D-класса, и это второй Альфа Ромео Мито GTA. Вот такой автомобиль. Он у меня на 5-м уровне даже. 5-й уровень. Нулевой под Сандре. Мы его можем сейчас прокачать на максимум и в следующих гоночках просто его использовать, так сказать, по полной. Чисто как раллийный автомобиль. Мне очень почему-то в последнее время начал нравиться этот Альфа Ромео. Как бы Мини Купер С, Родстер уже, это как бы самый первый автомобиль. Да и тем более, это уже как бы, не прям старый автомобиль, но типа есть уже поновее. Так, вот, кстати, Рено Клио. Ладно, пацаны, давайте, наверное, тюнингонем этот автомобиль все-таки. Не, можно будет купить, но я думаю, про это мы уже позаботимся в следующих сериях. Так, i4. А у меня i4, как я вижу, нету, да? А что мне надо, чтобы его получить, пооткрывать? Вдруг он выпадет. А может такое быть? Так, V8. Так, окей. Где же взять? Ну ладно, пока что остановимся, так сказать, на 6-м уровне. Так, это тоже мы прокачиваем на пути. Это 6-й максимальный уровень. Потому что мы вроде бы не можем на 7-й, потому что это стоит там, по-моему, VIP. Или же нет у нас деталей. Так, сразу все вкачиваем. Турбинку. Так, какой? 4-й, 5-й. Конечно, это много денег сейчас уходит. Кстати, надо будет еще подумать над теми двумя автомобилями. Так, давайте сначала это нитро прокачаем, а потом посмотрим по деньгам. Купим ли мы тормоза. Кстати, нормальный такой ранг у нее уже. Ну, давайте, наверное, купим второй лист. А давайте третий уровень, в принципе, да, почему бы и нет. Так, ранг 1119. 1122. Максимальный 1201. Так, и третий уровень. Все, пускай будет так, наверное. Тормоза. Хотелось бы, конечно, ускорение сделать, но нитро тоже, кстати. У меня нету i4 двигателя. Так, V8. А ну, подождите. DCB. И S. У меня есть даже поршни на S. Автомобили, как бы. На S, DCB, подождите, DCB, DCB, DCB и S. А на A у меня нету. А что тут на A? Lamborghini Sesto, RAV RT, Veneno, STR, третий, Jaguar. LaFerrari, кстати, LaFerrari. Кстати, LaFerrari. А ну, чекнуть ускорение. А, кстати, неплохой автомобиль. А, так, и также еще Ferrari FXX. Так, и Nissan GTR. Nismo. Pagani-Huayra. А и все. И дальше уже идет McLaren, который в S-классе. И стоит приличных денег. Ладно, пацандра, я думаю, достаточно. Теперь давайте... Чё у нас там за гонка вообще?
играть. И, кстати, я еще что подумал. Что если нам, ну, не на всех гонках, так сказать, присутствовать, да? Можно, например, какие-то пропускать, потому что, ну, если нас, например, если, например, будут у нас от гонки с каким-то, вот, например, Nissan GTR R35, да? Которого вот у нас нету, да? Допустим, да? Да. То мы можем его пропустить, Даш? Или в каких-то есть, например, вот, не понимаю, это гонка, типа, там, где мы едем на, как, типа, на Митсубиси, да? Или что? Да, на Митсубиси, и можем выиграть автомобиль, да? Ну, прикольно, прикольно. Ладно, пацандры, это что такое у нас? Это что, дрифт? Не могу понять. Так, ну, я не понимаю, вроде бы это дрифт. Давайте возьмем нашу Renault Dazer, которая, кстати, прокачана же у нас на максимум, да. Погнали, далее. Я пока не понял, кстати, что это такое, дрифт или что. Ладно. Ну, мы уже умеем, в принципе, конечно, много автомобилей, но в основном только у меня используется только 3. И все они, получается, в разных классах. Вроде бы, да. Так, и это... Да, это дрифт. Вот, пацандре, почему я ее беру. Она жестко дрифтит просто. Вот так вот. Не, это просто топ-автомобиль для дрифта. Просто, ну, не знаю, если что-то... А, капец, я просрал 3. Надо счет 4000. Ну, я думаю, у нас будет спокойненько. У нас только 3 не получи. А, так уже больше, пацандре. А так, давай. Ох, да, дотянул. А, просрал. А, ну, ладно, пацандре. А, 7000 уже надо. Это типа на места. Ладно, окей. Так... Это максималка 315, что ли? Вы получили 7000 очков, да. Теперь нужно 10000. Не, пацандре, на рынок. Вот тут, кстати, можно было бы тоже очки завести. Так, вот так, хорошо. А, последний не прошел, блин, да. 8200 счет. Бля, как же она просто круто дрифтит. Просто такой кайф. Просто. Так, туда нельзя. Едем сюда. Так. Едем во все повороты. Видите, как она дрифтит? Ну, просто... Не, есть про... А, все. Набрали 10100. А сколько надо? А, ну ладно. А сколько надо-то? Ладно, я пока не понимаю. Но с типа у нас уже больше 10000 как бы есть. А, так это надо... А, так, пацандре, мы уже все. Как бы, ну, если мы можем сейчас набрать 11100 у нас, ну, как бы все. Это первое место, пацандре. Не-не, Рено... Как же дрифтить она потрясающе. Первое место.
Да, третье это 4, второе это 7. Да, пацандры, это все. И у меня еще плюс сколько денег? Почти 2к. 2к почти. За одну гонку. Так, и у нас здесь 3 звезды. Вот 3 звезды меня устраивает. Итак, вот 2 звезды на лотусе или что это там? А, на лотусе. Лотус, лотус. C-класса. Тюнинг. А, он у меня вообще не прокачанный. Давайте нитро прокачаем. Второй. Третий. Мне, кстати, вот сейчас любопытно стало, сколько у нас будет вот это вот. Сколько, если на первом автомобиле максимум очков? Если на первом автомобиле максимум 1175 очков, то на последнем 1768. Ну, отличие огромное. Ладно, так, берем, получается, где этот лотус. Так, берем его. Играть. Лотус. Дальше. Кстати, две звезды. Нет, две звезды это мало. А что надо, чтобы было 3? Дрифт. А, это дрифт. Идеальное нитро. Надо продрифтить, получается. Ну, я не знаю, как этот автомобиль, конечно, дрифтит. Так, поехали. Так, я здесь. Я не... А что это только что произошло? Ладно, посмотрим на этот автомобиль, как он. А он, кстати, тоже неплохо дрифтит. Но мне что-то кажется, Renault Dazer чуть получше. А бы ж я сейчас не передумал. Все равно, хотя нельзя перепродать. Ай, я хотел туда, ладно, ладно, авария, быстрее. Так, я, пятый позишн, да? Сделай, не делай еще. Не, она жестко дрифтит, пацандры. Лотус тоже. Так, третий позишн. Алло, дрифтим. Не, вот когда она дрифтит, нитро вообще плохое. Потому что я не вписываюсь в повороты. Так. Ну, пока едем. Так, чуть-чуть дрифт. Чуть-чуть. А, вторая позиция. Но дрифтить надо 1000 метров. Вас заразили. И что теперь делать? Это опять новый режим во втором сезоне. Ну, пацандра, я, конечно, не знаю. Но, по-моему, я... Ну, на дрифт... Третье место. Типа, сколько у меня звезд? Идеальный дрифт 2 раза. Дрифт 1200 метров. А сколько? О, 3 звезды. 3 звезды это хорошо. Класс С. С. Это все автомобили, которые мне доступны на классе С. Но не все у меня есть. Так.
не могу понять, какой у меня первый там автомобиль в класс С. Класс С. Ага, Mitsubishi Lancer, окей, играть. Так, класс С, далее. А что у нас здесь? Бочки, развороты. Вот сейчас не понял, ладно. Так, Mitsubishi Lancer Evolution 10. Lotus, Alfa Romeo у меня есть, Dodge Challenger. Так, это нету, это нету, это нету, это... Блин, да можно Nissan GT-R купить. Он нам как раз там поможет, вроде бы нужен будет. Или, ну, не надо. Ладно, пацаны, давайте возьмем, наверное, все-таки Lotus. Да, давайте Lotus, наверное, почему-то возьмем, я так захотел. Он хорошо... А надо было так, таких два сделать, типа. Ну, я победил, я надеюсь, у меня 3 звезды есть. А, походу, 3 звезды уже есть, и я заполучаю 3000. Нормально. Ну, кстати, бы получил бы 6. Но, ладно, в принципе. Сколько? Где? Класс С, не вижу. Класс С, 3 звезды. Альфа Ромео, 8С. Так как... она мне не сильно симпатизирует. Хотя автомобиль вроде бы, ну, неплохой. Прикольный автомобиль. Ладно, пацаны, давайте поедем. В принципе, не хочу тянуть время. Сколько это у нас уже гонок? Это 3-я или 4-я. И мы, кстати, нормально так... пацаны, мы ее не прокачали. Походу, сейчас будет перезаезд. Не знаю. Ладно, давайте посмотрим. Так зато будет сложнее и в каком-то степени интересней. Я первый пока что. А ну чек, как дрифтит. Не, ну не так, конечно, как Renault Desert, и уже неплохо. Так, я не взял турбо. Кстати, я не понимаю, а против нас тоже сейчас Альфа Ромео или что там? Так. И также я не посмотрел дрифт 250 метров и идеальные заезды. Я понял. 250 метров у нас нету еще. Ну, я думаю, уже есть. Кстати, вот сейчас опять я хочу посмотреть. Ну, не посмотреть, а видно, что этот автомобиль тоже неплохо дрифтит. Но Renault Desert же лучше, мне кажется. Пока я на первой позиции, но я кое-что не могу понять. А, все, пацаны, я выполнил Пацандре, я проигрываю. Не-не-не, я думаю, без этого пока что. Это победа. Нет? В смысле нет? А сколько? 2 круга? А, круг 2. Да-да-да. И я сделала ошибочку. И я так скажу, нормально такая ошибочка. 2-й круг. Так. Опять ошибся. Так, едем. Ну, 311 в повороте. Ай! Так, я думаю, сюда. Не буду выворачивать, терять скорость. В принципе, зачем она мне? Так.
Вот мне только лишь не нравится вторая позиция. Вообще не нравится. Так, а вот то, что он сейчас проиграл... Ну, не в том смысле проиграл, а где-то там, это мне нравится. И да, пацаны, это победа и, скорее всего, даже максимум звезд. Очень крутой автомобиль. Я не представляю, как он будет ехать на тюнинге. Так, и по 4000 монет награда. Ну, почти так. Так, нормально мы так сегодня раз, два, три, четыре гонки сделали. Не знаю, будем ли на пятое, а что у нас здесь? Так, придите первым на Volkswagen Golf. И... А, вот сейчас не понял. Короче, придите первым. Какая у нас трасса, я не могу понять. А, это вот эта трасса, дрифт. Можно взять Renault Desert, а можно взять Ferrari, в принципе, да? Феррари, в принципе, ну, тоже можно боком пустить. А можно, по-моему... Хотя, да, да, можно, в принципе, и боком ее пустить. Та и она с 1527. И... Где? 1125 и 1187. Ну, как бы, можно на Феррарке поехать. Давайте на Феррарке, а что? Почему бы и нет? Давайте. Ой, не покрасит. Не, мы ее берем играть. И я думаю, вот это на сегодня будет последняя гонка. Или нет, давайте уже, наверное, в следующей серии мы погоняем. Да, в принципе, почему бы и нет. Давайте уже, наверное, прощаться. Сегодня мы много сделали за... Видео идет полчаса, где-то чуть больше. Я не знаю, сколько будет идти после монтажа, но... Ну, короче, видео получилось топчик. Гонки все удавались. Вообще, хорошая серия. Ну, просто этот, нормально. Мощная машина. Так сказать, новый появился у нас в Альфа Ромео. Что-то там GTA. В общем-то, всем спасибо за просмотр. С вами был Вадик FGH. Всем пока-пока.